нахожусь возле городской больницы скорой и неотложной помощи, где оперирует Харьковского городского голову Геннадия Кернеса. Действительно, на него сегодня произошло покушение где-то в районе 11:34, как сказал нам один из его охранников. Где произошло покушение, пока достоверно неизвестно, потому что говорят о двух возможных местах. Это либо Сарджин-Яр, где он любил отдыхать, купаться, принимать водные процедуры, либо же второй вариант во время пробежки на Белгородском шоссе. Ну вот почему-то разнятся, повторюсь, данные. Говорят, что он ранен в поясницу, говорят, что несколько огнестрельных ранений. Опять же, подчеркиваю слово «говорят», потому что пока это еще не точная информация. Ну и вот сейчас проходит операция, врачи борются за жизнь, и буквально в эти секунды, в нескольких шагах от меня, начальник департамента по работе с прессой и информацией дает пояснение журналистам о подробностях. Да, Филипп, скажи, удалось ли тебе услышать что-либо из подробностей? В каком состоянии, насколько тяжелое состояние Геннадия Кернеса? Врачи не комментируют, говорят только то, что борются за его жизнь. Все, пока точка, пока никто ничего больше не знает.